рейде одни правила, в другом рейде другие правила, и как бы, ну, каждый, вообще, как бы частично это от даже рейла как зависит. от тех правил, которые ему. Ну, вопросов ноль. Ну, ты сам знаешь, что есть такие люди, как S-Freeze, которые там, блядь. То есть, ну, от тебя много, допустим, что зависит, это твой рейд. Ну, есть же тот же S-Freeze, который начнет масло в огонь подливать, когда ему что-то там не понравится. И. Ну, ты понял, о чем я говорю. Да. Ладно, это самое. Тритую тут пару минуток, да и потом в ульде буду там бьют уже боссов. Да, без проблем, мы тут сидим. Слышу я вас. А. Бля, вот с Войдом заебись, можно поговорить нормально, он, бля, адекватно нахуй воспринимает все. Да. Не все адекватно воспринимают. Ты же сам понимаешь. Ну да. Короче, этот, я вон Вириета тут поймал на Вармене. Он возле меня стоит. Что-то он уже 5.3, слушай. С трубой с моей ходит, слышь. Эх, нет. У него, блядь, ты видел у него кольцо с этим? Скажи ты мне, с этих, с принцев. Интересно, блядь. И я смотрю, у него, короче, везде уже эпик камни стоят. Походу, пацан вообще фармит посерьез. А, не, не везде. В груди только такие. 9 spell power, 8 haste. У остальных, короче, эпиками стоят. Быстрее. Она скоро снова. Неплохо. Одни часовые, блин. Зор, нас забери, Валер. Стражи, которые. Парни его убили уже. Трэш, этот убьем, он будет снимать все опять. А подбивайте стражей, только не сильно. Она скоро снова взлетит. Кламончик опять останется. Давайте встанем перед ноги. Сколько пожарили сейчас? 75. Сколько всего? 7. Всего 6, наверное. 7 сказали. Давайте бить, пока там Берсайт, вся фигня, просто раньше, помню, после второго снижения она уже не хотела прилетать вниз. Еще посмотрим.
Короче, надо как-то вот порешать вот эту позицию всю. С твинками, с гильдиями, с всем этим говном, чтобы были правила четкие. Ну, мне... Я не понимаю, зачем людям нужны эти ГБ. У меня все лежит на персах. Вот, личный ГБ. Ну, люди-то разные, может, у них там накоплено за год, за два года, за три. Вообще, у меня за 8 лет там накоплено. У меня раньше при пропах ГБ просто было забито. Полностью до отказа. В том того, что я все на крафт спускал, всю кожу на аукцион, ткань на аукцион, где бы что ни сбарили. Но все равно оно было забито. Часто. Чем вы раздали? Давайте умрем. Что там, 7 дворфов, что-то мало. Нормально. Да ладно, в принципе, осталось. То зачем умирать? Блин, каждый КД мы делаем этих дворфов. Вы их делаете не на этой неделе, на следующей. Мне вообще там остался один, по-моему. Да. Там видишь, в чем претензия? Вот Серега говорит, что короче. Вот это топовая триня на РДД на ПТ. Он говорит, короче, фишка в том, что люди в обход системы ИПГП, тот Фруня вчера кольцо забрал, по роллу забирают шмот. Да, заходи, блин, на БДК. Лок шкаф поставь, подождите, не пульт. Не-не-не, ты танк. А кстати, мне холипала надо, нет? Не-не, в рейд такие идите. Акту уголы, ты в рейд. Захиливайте тогда. Плохо слышно тебе, блин, заходи на БДК. Ну попросил же, пока не пулит. Я ничего не говорил. Это Тоби говорит. А, это Хламон. Чуть не прыгнул вчера тапки, короче, с РС-ки. Акмо уже отдал, все, ГП дал. Один ролил. Помню, вспомнил, что это. Уже с инста вышли, вспомнил, что мне тапки тоже нужны. А ты Холик и Протопал уже собрал? Ну тут Холик. Ну блять, ну Холик, что там, СРСки, что-то шмот. Багруха. Пояс, плащ, багруха. Что еще? Ну триня неплохо судьбы будет с Мимироном. Ну и это, на того ретрика чешка и на протопала что-то там, тапки и наручи с ребра. И так бисовый что. Вот только ты сейчас каски бафаешь. Мирона вряд ли бы не делал. Вообще, Фрей думал ачивы сделать, ну ладно. И сегодня будем я режим видеть. Я тебе покупаться решил, сука. Гер режим сейчас хороший. Даже в десятке. Не, ну да. Он легко делается, если все внимательно. Там три вида мобов, что там, там нехуй делать.
Чего, стан не можешь создать? У вас же трипал. Да, мобы наебали меня. Я думал, этот даст, которого били. Потом этот дает, короче. Ну я жду, я прожимаю бурю нахуй, он кастует. Ну и там, ГКД не попадает. Всем привет. О. Вот эта ЦЛК, которая вчера в 2 часа ночи попала, это что за что было? Не знаю. Да так по КД уже происходит. Ты с нами разве ходил 2 часа ночи? Ну я что-то зашел у друга. Вроде в Ромином рейде был, нет? В Ромином был, потом пришел к другу, он уехал в магазин в ночник. Решил зайти на своего перса. Мне сказали заходить на ДД. Но я зашел на ДД. На льде был. Аля Синдралич. То нужна чего это могу жарить? Ну, в смысле, раскалять и убивать. Я тоже. Так, мой, ты щит уступишь, у меня раз шмотка. Отлично. У меня кто угол забрал в прошлый раз. Гол. Прям зевая забрала, да? Такое на пол. Если никому не надо, то не обязательно там расхалять и прочую хуйню страдать. Начинай. А тут второй танк не надо было, он был целый. Там у кого сейчас стоит аура сосредоточие, прожмите мастера аура на кости. Я не знаю, у меня стоит или нет. Да, он... Боб вообще говорит на эту тему. А что-то пока ничего, вчера тоже что-то не ясно. Не запомнил еще. Варка что-то сказал там. Что-то там Джейми вставил первый раз. Он сказал, что это были единичные случаи из-за того, что вообще некому было доходить. Потому что таких много народу убили, и у них сейчас, блядь, масло в огонь подлили. Начали это все возьмут, блядь. Так надо сразу и разбираться, что, блядь, этот недолгий текущий процесс был. Ну да, я тоже за это. Но я говорю, самое главное, это взять четко пункты, составить правила, блядь. Что да почему, чтобы люди знали, чтобы релы знали, что делать. А то я вот сижу, блядь, ну написали мне, типа, возьми лазу, где буду там. Ну я взял. И начинается ёбан, блядь. Фруни это тоже не сгинули. Он что-то в РК говорил, Олег ему говорил по этому ПРу ролить перса, который в гильдии. Ну, просто дойдет до такого, что людям просто заебет, и когда будет такая хуйня, типа, ой, блядь, у нас тут два человека не хватает, никто в РС не хочет идти. Ну, начнут брать пугов, и просто там человек 5-7, допустим, будет отваливаться с гильдии, и с той подоплекой, типа, мне тоже это нахуй не надо. И в итоге не так, и не так рейда не будет. Да, вот видишь. Но потом опять же собирать пункт там 10 штук и идти по роллу без ЕПГП. Угу. То есть нужен, то есть это все понимаем, мы это все понимаем. То есть нужен именно тот случай компромисс. Вот нужен вариант такой, чтобы правило прописывало, что сделать с человеком, который вроде как с гильдии, у него, сука, персонаж не в ебаной гильдии. То есть ролит он как пук, как хуюк, блять. Все, чтобы это было четко.
чтобы все с этим соглашались, чтобы люди, которые в ЕПГП сидят, фармят. Видишь, в чем проблема? Они фармят годами ЕП, блин, шмотку. Ты приходишь такой, сука, с другой гильдии, нахуй, и забираешь ну, шмотку. Вот у меня недавно маг за, грубо говоря, адепты и дарки, это получается 6-7 лет. У меня первый персонаж только это фулл одел. Хотя люди тут уже по 300 твинов одели, уже не играют, и новые волны приходят, так же одеваются. Там хант. Сердцеед нужен кому-то? Или будем так бить по-нормальной так? Чё, или кому-то хейм надо? Сейчас глянем, что там падает, ну-ка. Ну, короче, хороший на друида падает с хэмом. Да, я не знаю, надо. Да, хэмы в приоритете. Лога, если хант ждем. Они на посланника шмотки сыпят там. Ну, 232. Альционата он неплохой тут. Пусть у медведя все равно, что там трэш будет идти. Меч, кольцо, да, все бисовое. Наруто скоро придет. Ты до конца инста пойдешь, Мишка. То, что сова придет скоро. Там последний босс остался. Грудак, хаст, крит, кольчуга. Да мне... Кольцо на танка падает бисовое. Угу. Сердце ед, если делать. Пикайся что ли в ДД, а то мы очень долго будем бить. Ну, в теории. Только да. Не срывайте и... Ну, если трэш с хламончика, то нормально. Тут можно в теории и в одного танка... Давай я в Редрика тут спекнусь по-быстрому. Не, ну нахера там, пусть хламон собирает все это говно, блин, просто босса стоит держит. Чекай на пол. У нас 10-й зайдет. Стойте под боссом тогда все. А да, черный лимон, там жук остался, я на собой зайдет. Ты готовы, начинай, блин. Сердце вылезает, сразу его убиваем. Ну, в принципе, тут все знает, фактически. После боя лог сразу шкаф поставь. Так, ну так как тут нужны печати людям, на Торе мне фрей будет хм, ну насчет Мимирона не знаю. Прошу, не блин, дави. Сколько тебе до фулл ретрика еще? Ну, получается, что шея, чешка и пояс с ЛК-25Д. Вот интересно, что будет, если ретрику поставить выбор, вместо колбы поставить шею с леди и камень один там, по-моему, на метке надо. Или воля даже, это еще, наверное, покруче бы. Ну там, соответственно, если волю ставишь, растет автоатака. На фурика нормальное кольцо. Танковский. Азок, шкаф поставь.
Там же все вот это как-то балансировать надо, то автоатака растет, то скиллы, буря там правосудия. Лок, ты тут? Ло-ло-ло. Ты уже там протонул. Он тут стоит. Пикни тебя шкаф. Лимоны. Черного лимона. Потом на совет, я 2-3 минуты отойду, быстро перекурю. Похилишь же один, да, Вуди? Барлич дам. Не можешь. Не трогай трэш. Нужно подойти поближе. Ну сейчас самое вкусное для меня здесь будет этот триня, конечно. Просто жесть. Прям я возжелал ее. Тринес с этого, как называется, с Авгалона на холи пал 20 лет. Покалы 40 что ли 39 это так. Че у тебя выше? У меня нет цели. Только у меня... Их трудно забрать. Их как чешку забирать примерно надо. Я и с одинарным этим ЕПГП забирал все. Сейчас вайпнитесь. Дайте танком огромный бить. Дал стан этому ремонтнику. А у тебя, смотри, у тебя получается в мишке прокачано и вот эта хуйня, и увечья, и стан прокачан. Где у тебя тогда не прокачано? У тебя вот оба не прокачано. Есть какие-то пожелания насчет совета или будем хэм делать? Есть пожелание сделать хэм. Ну я сейчас пекну села. Вот, если аспектнуть венф, то мы сделаем вот эту очередь. Чё мы там делаем? Хэм.
Когда, значит, Белин держит большого и мелкого, ой, большого и Малгейма вначале, а Хламон мелкого. Когда мы убиваем мелкого, Хламон забирает Малгейма. А вот тут Брундира хотят люди, значит, будем делать Брундира. Значит, изначально танчит Ахламон Большого и Брундира. Мы сливаем Большого, потом Малгейма, которого Белин будет танчить. Ну и, соответственно, потом Мелкого. Тахейм делаем практически всегда, и если кому-то надо для ачивок какие-то другие боссы, надо делать. Секунду, подождите. Мана чуть порезка. Бля, плохо без мага. Еще раз, кого я держу на хламончик? Хламончик держит большого и мелкого. Самого мелкого. Он будет бегать по рейду, наверное, скорее всего, просто там, я не знаю, рык на него кидай. Мелкого не удержишь вот так вот, чтобы еще кого-то держать. Фу, да, ладно, тогда сделаем так. Хламончик поддержит большого и Малгейма. Мы будем бить его. Белин, пока там ЛПшки кидай на мелкого. Просто там отводи его таунти туда-сюда. Мы убиваем большого, мы убиваем Малгейма, ну и потом мелкого будем убивать. Будет эту херню сюда кастовать, разбегайтесь. На пуль сейчас Малгейма на этого хламончика. Ждем Лока. Че, может, я в Энхе? Зачем? Косты позбивать мелкому. Че, кому-то ачивы-то надо? Нет, престо нужно. Ну, давай в Энхе. А кто хил-то? Я. Соло? Соло все хилится, ну, да. Почти вся инста. Ну, правда, какой-то хил, наверное, не знаю. Ну, думаю, захили, что-то тут особо же ничего хил. Так, ну что, вроде все тут. Чек на пол. Мелоран, Гутербол. Сейчас. Не хватает. Я Лоран. Это заклинание еще не готово. Лоран. Меня слышно? Да. Я вылетел, я Лоран. Сейчас захожу. Давай. Идем. Не знаю, тут есть пожелание от Лорана сделать 9 жизней. В принципе, можно и сделать, я так думаю. Плохо, что не твара, конечно, чтобы косты позбивал. Это да. Ты вот на это смотришь. Могу варен зайти. Ну, давай на одного босса, если тебе там шмот не нужен, с него. Не надо. Ну что, в принципе, всегда делаем только шатницу, а тут чего надо, тоже человек. Че, я готов, если че. Чекаю на пол. Напоминаю, хламончик большого, среднего. Белин пока кайтишь мелкого. Ну и до конца боя его кайтишь. Танчишь. Турбол там сбивает косты, он знает, что делать. Для чего. Все готовы, поехали. Я
Гейма на пульсе на Ламона Хан. Охуел. Иди служи. Становитесь синими сорняйте. Не забудьте, что после второй синий он кинет еще это, блядь, зеленое. Она нормально так бьет. Это не быть мне хлебалом, вообще не бью правосудием практически. Там для бафа надо тут. Ну я знаю, и так там же хилка идет тоже по рейду, но я, блядь, слакаюсь. Ну просто нет опыта как бы хила, хуй знает. За танкой обратно делать и не ебать себе мозг. А ты раз до спидгер не хилил? Ну, не было такой никогда просьбы, чтобы я там захилил. Да и нет желания, хуй знает. Шаманом как-то мне проще. Ай, умер. Ты умер, но резать. А удушение? Удушение от полпунктера работает? Капец, выдом прослакал руну. Ну, там все поседаны. А че вы тут сделали? Не еще? А, это ж на этом боссе она делает. Удушение по пломбиру работает или нет? Не знаю. Беги, малышка! Здесь все работает, любой сбитый костер. Не достаю слишком далеко. Лом? Вас ждет омут. Сорян, я ж говорил, что причина. Че, не дали чего? Нет, пропустили, видать, каст. Я вроде все сбил. Алдалон? Не-не, пойдем, потом Алдалон. Я себе зашел, он так не был, что вроде РТ на ДФБ. Так, давайте пробафаемся заново. Каски, как полголы кулаки и кресты. Это Фламбо ему сказал. Че, кого слушать, блин? Просто всем перебаф. Ну я там обновлял перецеп. Я порезаюсь чуть-чуть. И с Венхе можешь побыть, а на 9 жизней спекнешься тогда. Шаман. Здорово, пацаны. Здорово. 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 Привет. Здорово. Чё, как дела? Да, десятка. Да, видишь. Там Трисе вчера говорил, что собирать будет. Чё, мы начинаем, нет? Сейчас, секунду, подожди, сейчас скажу сколько. 15 секунд. Клятву ещё кину, чтобы порезать. По стандарту играем руки, правую, левую, тело, правую, левую, тело.
Что начинать? Белин, начинаешь, хламончик него потом забираешь. Вам не пройти. А чё бьём право-лево, да? Да-да-да. Забирай. Давай на фурик колок сейчас в шкаф поставишь. Хватит. Бля, ебаный в рот. Еще раз, дурак мне пати кидает. Я принял, не посмотрел. Ну, значит, сливаем мелкий трэш, который будет, который хламончик будет танчить. Потом появляется защитник, тоже в него вливаемся, он будет лить лужу каждый раз после своей смерти. Мы потихоньку отходим, танчим, как бы по-прямому. Лапа предков на Хапала, на Алгалона. Ну, посмотрим, мне, в принципе, на Алгалоне ничего не надо, на танк я могу перезайти там, либо на персон, может идти на паладина, это как-то в 4 пала уже будет сильно много. Я даже на ту же сову, в принципе, зайду без проблем. Ну, Шуба, ты тут? Да. Сейчас, секунду, перенесу тебя в нормальную группу пока. Антифир кому-то кидать или не нужно? Чекаю на пол. Антифир, блин, я даже не знаю. Тут главное, чтобы вар поржал свою биллу и сбил кэф. Остальное, в принципе, такое. Трэш, агри, бейте трэш, что бить надо. Подожди. А, ну, в принципе, пока может тогда побить трэш. Я забыл про двух этих вилков. Что за херня? У меня ретрик столько же хилит цветом, как и Холи Пау. Как это вообще возможно? Ого. Я не знаю, но это странно, что ретрик хилит цветом так же, как и Холи. Наверное, больше должно быть. Да не, переодел. Ну ты сейчас... Тумбафы, локу. Я знаю, но я же ретриком играю, иногда хилю себя тоже по 20к светом. Там разница особо не большая. Босса держи здесь, и там, когда будут эти появляться лужи, просто иди вот так вот в эту сторону, туда, как мы ходим потом на Везекса. Потихоньку, чтобы лужи типа разливать, как ловушки. Но сохламончик пока фкашит немного. Ждем. Только защитника сразу свичить. То есть он вылазит, сразу лупить. И когда будет луч этот, который будет показывать, что он сейчас вылезет, тоже как бы немного от него отойдите. Сейчас, ребят, подождите секундочку, мышка баганулась. Ждем.
9 жизней, да, дела? Так, все, я готов. Так, мне кого держать? Защитник. А ты держишь сразу мелкий трэш, а потом защитник, когда будет вылазить, его будешь таунтить там, держать. Блин, все, давайте, раз все готовы, чекаю на пол. А, ну уже... Мобов мелких сливаем и под морду босса делить урон. Долго вы что-то сливаете. Пора бить. Блин, как бы бить, стоп, да? Стоп, эти дамаг босса, да, его там минуты 3 бить, еще и 4. Просто пускай танк бьет. Я бью там ради рефомана. Отходите. Все, стой тут. Не-не-не, далеко увел. Чуть перед мордой. В морду босса всегда стойте под мордой. Что, не бейте, вообще не бейте. Бейте Фрейн, зачем? Фрейн. Защитника влились. Все, тут стой. Морду все встань. Скоро защитить. Поставь звездочку на Белина, чтобы они видели, в какую сторону босс смотрит, чтобы все в нем стояли. Защитник, нет? Вливайте защитника, потом встанете там под морду. Вел далеко босса, не надо так увозить. А, ну, страх был. Я под страхом был. Это о, только три мы сделали. Вообще босса не трогайте. Ни доты, да, там ничего не обновляйте. Там и ты тоже пойдет. Даже особо ЛПшки можешь не кидать. Там уже, я думаю, все игру нормально. Да, так еще, да. Под морду теперь бегите быстрее. Дыхание, секунду. Защитник объем. Уходите, изложим. Двести девяносто к. Собью кассу сейчас. Что-то пиздец, босс просел. Вначале влились сильно. Защитником вливаемся, стражей потом. Ну просто закливайте. Главное моба. В смысле кота этого главного, блядь. К краю не подходи, а потом сагрим мобов. Да-да-да, и после того, как сейчас опять убьем защитника, развернешь там в обратную сторону, пойдем. Хорошо. Защитник.
перебегайте лужи. Еще три нам надо пережить. Это его обратно, что ли? Да-да-да, я же сказал. Ахламон контролирует там защитника. Вылез, бьем защитника. А можно как-то назад его? Да ладно. Аккуратно через лужу перейдите. Все, здесь встали. Потом поведешь в сторону ступенек туда. Хорошо. Сколько там еще осталось? Два. Защитник вышел, защитник освещенный. Ступенькам идем. Живем. Защитника убиваем и только потом в босса. Стражи, если что. Вот защитник вышел, моба убиваем, и потом босса. Че, убиваем? Да. Любо дорого смотреть, согласитесь, да, когда все знают, что делать. Ну да, и идти нормально, а не там говорить 5 человекам, ты, блядь, не туда побежал, ты не то сделал. Пай убьешь варом, или тебе нужен шмот? Не помню, что там падает, но что-то надо. С этой просто... Ладно, заходи, напало с уманем тогда. У меня он вроде в инсте был. Да, делаем, мне нужен Хейм. И тут Хейм это просто... Он всегда делается. Он по времени просто. Да. Просто с этой бабы, с нее вещи 219 падают. Это, ну, не бисово. Хадера падает не на танка. Неплохой этот. Тут падает пуха, блядь, с которой я уже, наверное, года 4 хожу. Я не знаю, даже сколько, даже больше, может. На танке? Угу. Щит с него падает, что на хила. Щит я вывел сразу, как задумался о ПТ. Это был. Это 15-й год был, блядь, уже 4 года. А ты танки собираешь на ПТ? Да, мне две шмотки осталось. Но я тогда танчил и. Просто собирал танка как. Я в 15-м, по-моему, сделал это про товаром с танком. Сидел там по секунду на бой рассчитывал, да, как прожимы отдавать. Символы поставил. На начальную защиту на глухую. По 2 минуты КД было. Амон в сову на этом боссе, ты в Венха. Или не, давай ты похилишь, я в Редрика, потому что ты там по команду свою порезаешь. Я походу сагрил червяка. Сука,
Сука, все-таки, да, это такая отдушина, да, вот не ебаная СЛК, вот прям нормальная тема. Еще особенно, когда рейд не тупой был. Прям удовольствие. Тут его как просто разворачивать и держать? Он не работал, большинство чил не так работали. Раньше надо. Вот это было удовольствие. Вообще, блядь, столько косяков, блядь. Пушки эти, блядь, я думал, их никогда не сделаю. Слай, а, все вижу, ты в сове. Вот эту ачиву не закрыть. Бегайте все время. Ну да, это вообще всегда двигайтесь. Всегда делаем эти ачивы все, и постоянно кто-то порит. Телоран там. Видели сугроб, ну вернее метку. Бежали, сугроб появился, забежали в него и все. Крутить босса ты можешь как хочешь, у него клива нет. Да, чек на пол. Подождите, ману отобью. Давай. Ты что, зачем тебе мана? Первый старфол, фул ман. Кто-нибудь, помогите сделать эту ачивку. Это от тебя зависит ачивка. Да я понимаю, мне, я стаки не... Ой, не стаки, а ауры эти не могу собрать. Ну там ты же собираешь, она не может не засчитаться, она баганная. Да, да, да. Я так уже собираю, раз в 5 собирал и ничего не давалось мне. Не знаю. В теории 3 бафа. Поехали. Надо. Как можно быстрее собрать. Пуляй. Тут Миша? Да, да. Пуляй. Все три бафа, не знаю. Я не мог, говорит, и нету, но не было. Смотрим. Заходим. А мне сейчас все бафы, а чего нет? Как было все раньше, так и осталось. Беги, малышка, беги! Смотрим. Заходим. Кламан обратно танк и все. Делаем ХМ. А давай, конечно, тут как недолго. Ну я вот тоже сейчас три ауры собрал, ну нифига. Это баги найти, вот как я говорю. Да ты не поверишь, я ее 4 месяца по КД фармил. Я делал буквально месяца 2 назад, ее пытался сделать, одному человеку дало, а мне не дало. Ну то есть тут такое. Одного
одновременно под воздействием яркого огонька, энергии буи и звездного света. Там фишка, знаешь, в чем? В том, что надо рейду собираться в одну точку, и чтобы... Да, я помнишь прошлый рейд, я не помню, ты был или нет, так и сказал, но люди бегали по всей платформе. Да, там они спавнятся, вот этот вот луч, костер и тучка на игроке случайном. Костер и луч, они тоже на игрока спавнятся, на случайного. И не, нужно... костер не питает вроде. А, ну вот нужно в непись, значит, встать, и тогда баф одновременно получат все люди. Че будем ударить, что-то делать? ХМ будем делать. Окей. Надо человеку печать. А целка кто говорил? Варенька поведет? Варен, а, отначивай. Он что-то предложил, а кто вести будет КЗ? Так, в комнату пойдут Ахламончик, я, ну, давай Артвейдер и Прист, остальные тут. Да лучше, наверное, пускай Делин, у него с агро там будет получше. Значит, и мишкам там больше доверяю. Тем более Белин здесь первый раз как танк. Короче, БДК, мишка, смотри. Там проще всего. Потому что там, ну, может ладно, издалека кинуть ладно, говорили, отпашку. Я просто не сильно шарю. Белин, короче, ты пойдешь в комнату. Там, когда будет большой моб, в конце коридора я твоей... Я был. А, ты был? Ну, знаешь, да, что надо переводить? Да. Пойдет Пелин, я, Артвейдер и Варан, остальные здесь. И, блин, ХМ, успеем, не успеем. Ну давай, Войт, с нами еще. Станы там покидаешь, если что. И это, смотрите, главное этого защитника. Только он тут может нанести там дамаг сильный. Ну мы как бы... Нету такой, как прям просто зайти и без смертей сделать. Но обидно, если на первой фазе кто-то упадет. После того, как спустим все на максимальный рейндж. А, вот, Аларану даже нужен Торинг. Тогда тем более, смотрите, защитники. Чтобы убить босса побыстрее, мне надо будет отойти минут на 5. Не, не надо. Побыстрее. Я сейчас отхожу, короче, на 5 минут. Подождите пока. Перекур типа, да? Наверное. Ну давай тогда не агри, давай тогда постоим. Ну или, ну, или сольем пачку. Видно, что волчати перестали собирать. Так там вроде как... Шаману Волонир надо сделать квест. Там же Твиночка ушла на Сирус. Да Твиночка это... Ладно, помолчу. Не при девушках в рейде будет сказано. Пиздодельная пизда, да? Я ее знаю с 15-го левела. Я тут еще 49-м варом бегал. Не было никаких твиночек. А, вот, во, кстати, это. В какой-то гильдии там был. Баба была какая-то ГМом. Что-то у меня. Блин, то ли ангелок или не ангелок. Ну, короче, тупорылая баба вообще пиздец. И с дамагом зашкваленным таким. Ну в какой-то. А где-то я... вроде бы ну, нормально было. Не помню, что за гильдия. Я после этого, после X1 PvP с вами в рейд пошел хантом в 25-ку обычку, мне надо было алебарду. А, это... Мы там простояли 2 часа, блядь, на этом личе, нахуй. Это Маша случайно, Лилия, которая была. Во, точно, да-да-да. Так а что за гильдия была?
Ну какой, бля, я не помню еще у них там, ну Каноби, Каноби клан, блядь, был, или что-то до этого. Не-не-не-не, Каноби клан, это она потом пошла. Улыбаемся и Маш, ну что-то такое, блядь, я не помню, как там называлось, это хуйня. Саня, ты все, ты тут? Какая-то была, ну у нее гильдия, там я еще, ну начинал только ПВЕ. И потом ихнюю гильдию перетянули в Каноб клан. И все, и Каноб стал нас водить в 2014 году.